У меня в руках топовый огонь, и о нем хочу вам сегодня рассказать. Топовые огни устанавливаются на верхнюю точку вашего судна и служат долго. Вот такая вот упаковка. Сейчас я вам открою, подключу его, и мы посмотрим, как он в работе. Этот огонь от японского производителя Nautilite. Вот такая вот пластиковая коробочка. Есть вот такая платформа, которая используется при монтаже. Она выполнена из пластика. Как вы видите, на проводах сразу есть клеммы, и его подключение будет очень удобно. Дуга освещения у этого огня 360 градусов. Три светодиода, с помощью которых, собственно, он и светит. Не знаю, как вам видно или нет, но фонарь очень яркий, и если очень долго на него смотреть, то глаза начинают чувствовать себя не очень комфортно. А теперь я хочу вам рассказать о его устройстве. Чтобы его установить, вам необходимо его сначала немного подразобрать. Вам надо будет открутить один болт. Снять нижнюю платформу. Снимается она трудно, потому что здесь вот установлено резиновое колечко, которое делает фонарь герметичным. И очень плотно позволяет сидеть вот этой крышке на корпусе. Вот, собственно, на платформе есть три отверстия. Вам надо будет разжиться тремя болтами, установить платформу и закрепить на борту. При большом желании фонарь можно разобрать полностью, снять вот эту вот верхнюю крышку. Есть болт, который защищен вот такой вот пластиковой пломбой. Но я не вижу смысла ее откручивать. Эта крышка позволит вам добраться до плат, но так как светодиоды работают очень долго, я думаю, что вам это не понадобится. Подержав в руках этот фонарь, можно не беспокоиться, что он когда-то у вас отсыреет. Он полностью герметичный. Но это не удивительно, это ведь японская техника.